Стала Франца. И дает возможность Петербургу сейчас поджать чуть-чуть. Но все равно шайба Омский. Момент получается. И 2-2. Потрясающий гол Кирилла Семенова. Он сейчас оставлял шайбу в своей зоне. Он открывался на дальнюю. И Кирилл Семенов, пятый гол в российском чемпионате. В 11-м сезоне КХЛ. Ну, какой красивый. Как-то так беспечно очень защитники СКА наблюдали за тем, как амичи разыгрывают эту комбинацию. Что, наверное, не верили, что передача от Пережогина пойдет, а она прошла. И Зимченок тут позицию, я считаю, выбрал неверную. Но Семенов молодец. Один на один переиграл Телебер.